С наступлением холодов в Славянском районе увеличилось количество пожаров. Только за эту неделю их произошло 4, в результате которых погибло 3 человека. Ночью 25 января произошло возгорание жилого дома по улице Школьной в Коржевском сельском поселении. Площадь горения составила 40 квадратных метров. В результате пожара погибло 2 человека – 32-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Причина пожара устанавливается, хотя, со слов соседей, семейная пара злоупотребляла спиртными напитками, и причиной трагедии могла стать незатушенная сигарета. Здесь, на той стороне, в квартире по Школьной, 12-1 жили не совсем благополучная семья, любили выпить. Ну и видно, от сигареты легли спать, и загорелось все, и пострадали все соседи. Дело в том, что дом многоквартирный. В смежной квартире с загоревшейся жила пожилая женщина, мама Маргариты Бесчастной, которую по счастливой случайности спасли проезжающие по трассе автомобилисты. Люди ехали, ребята, трое ребят, сами с Апшеронска, или я не знаю откуда, проезжали мимо, увидели, что горит квартира, подняли всех соседей, весь дом, ну и выбили окно, дверь, и спасли мою маму, и всех соседей подняли. Ребята, если вы меня видите, большое вам спасибо, огромнейшее, за вашу доброту. Ну как еще сказать? За то, что они вот так вот не проехали мимо, а помогли. Чтобы избежать подобных трагедий, Государственное управление МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности в быту. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 01 – единый телефон спасения, 101 – с мобильных телефонов. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».